Oh my god. Здравствуйте, с вами Ира Мищук, и вы на канале Ира Готовит. А приготовлю я сегодня очень вкусную, нежную говядину. Она подойдет к любому гарниру, и даже просто ее можно кушать с салатом. Замечательный выбор. Для начала нарежу целую большую луковицу и 3 зубчика чеснока. У меня есть примерно 800 грамм говядины. Очень хорошее, достойное, вкусное мясо. Нарежу его достаточно большими кусками. Говядину у меня очень любят дома. Я достаточно часто готовлю ее. Иногда с грибами, иногда просто с картошкой. А иногда, как сейчас, к любому гарниру. Разогрею хорошо сковородку и выложу все мясо на сухую сковородку, именно на сухую. Пошел запах шашлыка. И теперь переверну каждый кусочек. Мне нужно просто, чтобы запечаталось мясо со всех сторон, и весь сок его остался внутри, а не выпарился. Добавляю нарезанный лук. Лук я нарезал достаточно крупно, такими перьями. И чеснок. Нужно посолить по вкусу. Добавляю черный перец. У меня крупного помола. Очень ароматный. Перец чили. Это по желанию, кто любит. Тосканские травки. Мои любимые. И 2 листика лавровых. И немного оливкового масла. Хорошо это все перемешаю, чтобы соединились все специи с мясом, с луком, с чесноком. Поверьте, запах уже стоит невероятно вкусный, ароматный, как будто жарятся шашлыки. Пока все готовлю на большом огне. Добавляю горячую воду вместо бульона. Вот получилась подлива. Вкусная и ароматная. И под закрытой крышкой буду готовить около часа.